при общении с клиентами был как учитель. Следующий модель PDR-ов – серия Smart. Серия Smart у нас отличается от комфорта тем, что позиционируется по-другому. Эти бойлеры на рынке существуют уже порядка 20 лет. Главное отличие от комфорта – это производительность, то есть кратный по объему бойлер. Например, если сравнивать Smart 160 и комфорт 160, производительности бойлеров будут разные, хотя габариты бойлеров будут одинаковые. Это достигается за счет большего объема внутреннего бака, большей площади и, соответственно, большей производительности. В остальном бойлер Smart имеет дополнительную комплектацию из кронштейнов, которая позволяет его установить на полу или на стене. Кронштейны уже идут в комплекте. И панель управления, которая позволяет управлять бойлером за счет включения-выключения циркуляционного насоса или подачи сигнала на автоматику котла. Еще одно важное отличие серии Smart является наличие термометра, который показывает температуру внутри бойлера. Он виден на картинке под логотипом Smart. Толщина теплоизоляции у этого бойлера 50 мм. Это позволяет достаточно эффективно и надежно удерживать тепло внутри. Ну, для примера, модель Smart 240 теряет всего лишь 3 градуса за 8 часов. То есть, представьте, вы нагрели бойлер вечером, и утром температура в нем опустится всего лишь на 3 градуса. Ну, например, с вечера было 80, утром у вас будет всего лишь 77. Лишний раз не придется дергать котел. Далее. В серии Smart у нас имеется две дополнительных модели. Это модель 320 и 420. То есть фактически более расширена по сравнению с комфортом. И обратите внимание, в серии Smart есть еще одна модель. Это модель специального исполнения Smart 420 Duplex. Фактически это модель, в которой используется нержавеющая сталь другой серии, чем используется в серии стандарт. Ну, например, в серии стандарт и в серии комфорт используется нержавеющая сталь марки IC304 или хромникелевая сталь 18/10. В серии дюплекс используется специальная дюплексная сталь. Она имеет более высокое сопротивление к окислителям, например, хлоридам или озону, или кислороду. Позволяет использовать данный бойлер на очень агрессивных средах, на очень агрессивных водах. Ну, например, нагревать воду, которая идет из источников, целебных источников. То есть ее там можно догревать до какой-то температуры, которая позволяет эту воду дальше использовать в лечебных целях. Серия Smart, как более премиальная серия, имеет и более высокий срок гарантии. На серию Smart от стандартной модели и заканчивая до специальных моделей мы даем гарантию 10 лет. Фактически мы даем гарантию на весь срок службы данного бойлера, гарантию от протечки.